История войн насчитывает несколько тысячелетий, и во все времена воины носили шлемы. Шлемы были кожаные, деревянные и даже берестяные. Древнейшие медные шлемы появились еще в 3-м тысячелетии до нашей эры. Шишаки, мисюрки, салады, каски – их разновидностей бесчисленное количество. А задача была и остается одной – как можно лучше защитить голову бойца. Официальное название этого предмета военного снаряжения – не каска, а стальной шлем. Собственно, каска, сферический кожаный, а иногда фетровый головной убор, появилась в русской армии еще при Екатерине Великой. В начале 19 века каски были отличительной чертой амуниции «Кирасир» и «Драгун». В конце столетия кожаная каска с шишаком становится едва ли не самой узнаваемой деталью экипировки германской армии. Защитные свойства таких головных уборов были невысоки. Максимум, на что они годились – спасти голову бойца от скользящего сабельного удара. Для винтовочной и пистолетной пули подобные каски не были помехой. Все изменилось с началом Первой мировой войны. На солдат в окопах обрушивались тонны земли, град камней и осколков снарядов. Во время городских боев – кирпичи и балки рушащихся под артобстрелом зданий. Нужно было срочно хоть как-то защитить солдатские головы. Первые стальные шлемы появляются уже в 1915 году во французской армии. Август Луи Адриан увековечил свое имя в военной истории. Именно он создал едва ли не самый известный стальной шлем 20 века, получивший название «Каска Адриана, модель 1915». Это была составная каска, или, правильнее говорить, стальной шлем, который имел вот гребень на тулье, на верхней части тульи, который защищал поверхность тульи от сабельных ударов, от ударов, нанесенных либо прикладом винтовки, либо какими-то рушившимися перекрытиями блиндажей и тому подобное. По краю тульи располагался козырек, причем козырек этот был, состоял, вернее, из двух частей, то есть как бы был передний козырек и был задний, и в средней части они были склепаны. О французском изобретении сразу же доложил в Петроград русский военный атташе в Париже граф Игнатьев. Ему удалось убедить командование начать снабжать касками русскую армию. Заказ на изготовление 2 миллионов касок был размещен во Франции, но Россия успела получить лишь 340 тысяч. Шлемы для русской армии, изготовленные во Франции, от шлемов, сделанных для французских солдат, отличались немногим. На фронтальной части был помещен государственный герб Российской империи. И цвет был другой – светлая охра. Вес, подтулейное устройство и подбородочный ремень были точно такими же. Наряду с достоинствами сразу выявились и недостатки касок Адриана. Малая толщина стали – всего 0,7 мм, хрупкость козырьков – крайне сложная технология изготовления. Создание каски включало в себя более 50 операций, причем треть из них уходила лишь на одну деталь каски – ее гребня. В 1915 году российским генеральным штабом было принято решение о создании отечественного стального шлема. Его прототипом послужила хорошо всем известная французская каска Адриана. Несмотря на все внешнее сходство этих двух касок, различия между ними есть. И весьма принципиальные, прежде всего в области технологии. Наша каска делалась методом штамповки, в отличие от французской, которую приходилось собирать из 4 частей. К тому же делали ее не из простой стали, а из сплава стали с никелем. Толщина стенок российской каски увеличилась, а вместе с этим увеличились и защитные свойства. В России в 1916 году Ижорский завод уже выпустил партию этих шлемов, а до крушения империи, то есть до октября 1917 года, их было произведено около 300 тысяч штук.
Стальные шлемы Первой мировой верно служили и бойцам Красной армии. Отреставрированные и перекрашенные в хаки с жестяной или латунной красной звездой вместо двуглавого орла, такие каски использовались вплоть до Великой Отечественной. Самым узнаваемым и самым массовым стальным шлемом Красной армии 30-х годов стал СШ-36, разработанный конструктором Шварцем. К созданию этого шлема приложил руку сам Будённый, причем в буквальном смысле этого слова. На испытаниях Семен Михайлович лично рубил шашкой опытные образцы и остался недоволен. А недоволен он был тем, что шашка соскальзывала с гладкой поверхности шлема и разрубала плечи манекену. Конструкторы не могли не прислушаться к рекомендациям самого Семена Михайловича. Так, на доработанном варианте шлема в нижней части появились широкие поля, а в верхней – небольшой гребень. Боевое крещение СШ-36 получил во время гражданской войны в Испании, потом в боях на озере Хасан и у реки Халхин-Гол. Боевые действия выявили ряд существенных недостатков. Козырек уменьшал обзор, шлем был тяжел, а его защитные характеристики оставляли желать лучшего. Широкие поля придавали каске большую парусность. При резких движениях бойца или просто сильном ветре она постоянно съезжала на бекрень. Особенно это досаждало кавалеристам, о которых так заботился маршал Будённый. Но главный недостаток СШ-36 полностью проявился в Финскую войну. Шлем нельзя было надевать прямо на шапку. Дело в том, что подпулейное устройство этого шлема в зимних условиях допускало его применение только со специальным подшлемником. А такие подшлемники нужно было дополнительно изготавливать. Это были такие вязаные типа капюшонов конструкции. Поэтому для этого требовалось время, соответственно, затраты. Недостатки СШ-36 были очевидны. И вскоре Красная армия получила новый шлем – СШ-40. В нем советский солдат прошел дорогами Великой Отечественной. Силуэт бойца в этом шлеме стал образом воина-победителя. Шлем изготавливался из стали лучшего качества, чем предыдущие. СШ-40 весил меньше, а толщина стенок была больше, чем у модели 36-го года. В опытном образце 1939 года еще хотели сохранить пружинное подтулейное устройство, смягчавшее удары, но требующее ношения подшлемника. Опыт Финской войны заставил найти другое решение. Вот на этом стальном шлеме образца 40-го года хорошо видно, как устроено было подтулейное устройство. Вот по сравнению с СШ-39 и СШ-36, оно, конечно, было значительно более простым. И в зимних условиях допускало непосредственное одевание шлема на шапку. И не нужно было никаких подшлемников. И это гораздо, значительно, вернее, удешевляло производство, ну и упрощало даже ношение шлема. Каски образца 40-го года была уготована долгая жизнь. Шлем-ветеран и сегодня служит в российской армии. Лишь в 68-м году в конструкцию были внесены небольшие изменения, а в комплект шлема вошли чехол из сетки или из маскировочной ткани различных расцветок. На вооружение поступил шлем СШ-68, образца 68-го года. Вот он у меня в руках. Отличался он от шлема 40-го года только тем, что лобная часть этого шлема имела больший угол наклона, что увеличивало стойкость каски в бою, то есть защищало лучше от попадания пуль, осколков. Сегодня на смену стальным пришли более совершенные защитные шлемы из новых синтетических материалов на основе полиамидных смол. Такой новый шлем, «Борит», уже появился в подразделениях российской армии. Шлемы особого назначения «Сфера», «Защита», «Удар» используются бойцами спецназа и обладают повышенными защитными свойствами. Современные воинские шлемы.
Как и каски Первой мировой, они могут защитить от скользящего попадания осколков, рикошетирующих пуль, от взметенных взрывом камней и комьев земли. Ни один из них не выдержит попадания пули, выпущенной из автомата или снайперской винтовки. Но, несмотря на это, шлем еще долго останется в строю. Ведь он предназначен для того, чтобы сохранить самую главную защиту солдата – его собственную голову.